Сегодня у нас 6 июня, и пчелы решили разроиться. Первое роение в 2021 году. Вот так вот они выбегают из улья. И начинает вот так вот кружиться над ульем. Вылетает примерно половина домика. Вот такое вот достаточно раннее роение. Начало июня. 6 июня. Вот они кружат, кружат. И ждут, пока выйдет матка. А потом будет выбирать место, куда нужно привиться. Вот начинают садиться на вот эту ловушку. Вроде бы возле нее. Ой, в меня даже втыкаются. Я мешаю. Гудят. Они не видно, куда они садятся. Что-то вроде как и на ранетку он туда хотят сесть. И здесь разлетелись. Вроде бы улетели вот. Хотят сесть на черемуху. Прилетели на ловушку, не сели. Прилетели вот сюда на черемуху. Нет, это яблонька. Это вон та черемуха. На яблоньку. Хотят привиться. Я подошла поближе в проулок. Это у нас такой проулок за огородами. Вот как рой сел на дерево, привился. Вот даже пчелка и на меня села. Вот так он привился. Но это только начало. Сейчас подождем, когда все... Ой, вот, ухожу, ухожу. Ой, что-то на меня сели. Ой, 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 ой. Вот такой проулочек здесь. В прошлый раз, наверное, лет 5 назад, вот на эту яблоню садился. Но она тогда еще была маленькая совсем. Вот прививался. Вот такой проулочек, заросший травой. Раньше все коровы здесь ходили, все вытаптывали, съедали всю траву. А сейчас коров мало, и они здесь не ходят. Вот. Ждем дальше. Вот побольше собралось их. Ветер такой сильный, и рой аж качается. Стрясаем.
И вот снова они вернулись. На пасеку садятся, на яблоню. А это принесли оттуда, которые там садились, пчелы стряснули их. Вот так садятся. Вот стряхнули с ветки. Это они садятся так у нас в раевню. Такой у нас раек. Неугомонный. Неугомонный. Сначала на одно дерево залетел, там посидел, стряхнули. Сейчас на другое дерево, на яблоньку тоже. Со второго снимаем остаток. Вот так они засели у нас туда. Вот такое раение. Ну вот собрались они, почти все уже летают. Летают мало. Почти все сели и сидят. Все боевные. Маленько укутали они ее всю. Вот такие пчелки. Сейчас понесем их в пчельник, поставим в холод. И будут стоять они до вечера. Вечером посадим в улей. Будет у нас новая семья. Вот занесли мы его в холодный пчельник. Закрываем.